Okay, guys, so this one's probably one of my favorites. Ребята, вот эта техника, наверное, одна из моих любимых. One of my favorite attacks from side control. Моя любимая атака из side контроля. Okay, so what I like to do, always I kind of keep my pressure with my shoulder force. Смотрите, я всегда оказываю давление своим плечом на подбородок оппонента, чтобы отворачивать его в другую сторону. И всегда мои ступни на пальцах. То есть я никогда не выпрямляю ноги, не вытягиваю их, как до этого показал. That's very important to keep the control and side control. If I move foot like this, I'm slow, and I'm not too heavy on top of him. Потому что вот упираться так на носочки очень важно для удерживания контроля. Если мои ноги вытянуты, тогда я очень медленный и не могу реагировать оперативно на действия оппонента. А вот таким образом, смотрите. Вот такое положение ног позволяет, если, например, Рафаэль начал меня отталкивать и приподнимать, просто поднять колени с пола, и я уже становлюсь очень тяжелым и продолжаю его контролировать. Как только я установил контроль, я открываю лапел. И смотрите, я ее перехватываю, но очень важно, что я беру ее именно за кончик. So now I'm gonna start turn over his head. I'm gonna post my hand on the ground just to block him to follow me. Смотрите, свободную руку я ставлю на пол для того, чтобы заблокировать его, чтобы он не смог за мной следовать. I start turn around. Я начинаю вращаться вокруг. Put my leg on top of his arm. Ставлю свою ногу через его руку. Ready? Что же? No. Все что ли же? Okay. So now what I'm gonna try to do, I'm gonna put my knee on the ground. Теперь я поставлю колено на пол. And I'm gonna drop my elbow. И прижму свой локоть еще к своей ноге. To make this even tighter, I can hold his arm down. Еще плотнее сделать. Я еще и руку его оттяну. I'm gonna let it go, though. He's gonna cry. Я должен его отпустить, а то он заплачет. So we're gonna be here and down. Вот таким образом. Колени и носочки. Открываем лапел. Подтянули. Руку около таза. Вращаюсь вокруг. Блокирую руку. Оттягиваю вторую руку. It's very simple, guys, and saved me a lot. Это очень простое движение, но оно мне очень много помогало. One more time. Okay. So nice and tight. Show the pressure. Плотненько взяли здесь, оказываем давление плечом. Holding. Перехватили. Block. Заблокировали. Одну руку. Вторую. What? One more time. Yes. Yeah. Yes. How you feel? How do you call this technique? How do I call this choke? The VC choke. VC choke. The VC, Vicente Cavalcante choke. Yeah, I'm gonna show the next one, the variation. Now? Yeah. Us.